как тянет целовать 17 лет. От губ до пят течет по венам ток, перебегая меж лопаток по спине, как будто крылья создают его поток. Как тянет целовать и в 22, со страстью и с желанием покусать. Но главное — глаза, ее глаза, в них тянет с поцелуем утопать. Как тянет целовать в 31, как будто к золоту прикладывать уста. Целуешь так, как обнимаешь целый мир, и с благодарностью рукой по волосам. И 35 так тянет целовать, и 50, и дальше будет тоже. Но в эти годы начинаешь понимать, твой поцелуй для ее губ еще дороже, и во взаимности такой спешишь обнять, отдать тепло, не отпускать до дрожи. Всех поцелуев и объятий суть одна. Мы прыгаем в любовь, а там нет дна.